Солнечная система. Модель Солнечной системы. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Меня зовут Артём, и в этом выпуске я продолжу вам рассказывать о Солнечной системе. Напомню, что в прошлом выпуске, ссылку на который вы увидите в конце видео, мы с вами говорили о Солнце, Меркурии, Венере, Земле и Луне, Марсе и его спутниках, а также о поясе астероидов. В этом выпуске мы продолжим с вами двигаться дальше от Солнца и рассмотрим внешнюю и отдаленную области Солнечной системы. Вкратце рассмотрим Юпитер со спутниками, Сатурн со спутником Титаном, Уран, Нептун, Плутон и другие немало интересные объекты Солнечной системы. Что ж, давайте же начнем. Юпитер. Самое крупное небесное тело Солнечной системы, которое в 2,5 раза больше, чем все остальные планеты вместе взятые. Названный в честь царя римских богов, он достаточно велик для того, чтобы обладатели даже самых скромных телескопов смогли различить в его атмосфере простейшие структуры облаков. Твердая поверхность на планете отсутствует. Поэтому все размеры определяют по верхней границе облаков. Сама же атмосфера Юпитера состоит из газов. В основном это водород, гелий, метан и аммиак. Примечательным образованием в атмосфере является большое красное пятно – гигантский шторм, известный с 17 века. Юпитер имеет по крайней мере 67 спутников. Самые крупные из них – это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Они были открыты Галилео Галилеем в 1610 году. На Юпитере нет смены времен года, и в своем строении Юпитер имеет сходство с небольшой звездой. Как говорилось ранее, Юпитер хорошо виден на небе невооруженным глазом. Примерно таким он предстанет перед вашими глазами. И таким в телескоп. У Юпитера огромное множество спутников. Но мы с вами рассмотрим 4 самые крупные и известные. Ио. Самый близкий планете из 4 галилеевых спутников. Назван он в честь жрицы Геры и возлюбленной Зевса. Также Ио – четвертая по размеру Луна в Солнечной системе, на которой находится более 400 действующих вулканов. На спутнике располагаются больше 100 гор, а некоторые из них выше, чем гора Эверест на Земле. Европа. Шестой спутник Юпитера, наименьший из 4 галилеевых спутников и один из самых крупных спутников в Солнечной системе. В греческой мифологии Европа была похищена Зевсом, который принял форму белого быка, чтобы соблазнить ее. Название спутника было заимствовано из этого мифа. Поверхность Европы состоит из льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе. На ней очень мало кратеров, но много трещин. Ученые полагают, что подо льдом на Европе находится огромный океан, в котором велика вероятность обнаружения примитивной жизни. Ганимед. Седьмой спутник от Юпитера и крупнейший в Солнечной системе.
он был назван в честь сына троянского царя Троса. По своим размерам Ганимед превосходит Меркурий и Плутон. Он настолько огромный, что обладает своим собственным магнитным полем. Не будь Ганимед спутником Юпитера, вполне бы мог стать планетой в Солнечной системе. Каллисто. Самый удаленный из четырех галилеевых спутников Юпитера и третий по размеру спутник Солнечной системы. Свое название он получил в честь одной из любовниц Зевса. Каллисто – синхронный спутник. Период вращения вокруг своей оси равен его орбитальному периоду. Таким образом, Каллисто всегда обращена к Юпитеру одной стороной. Кроме этого, у Каллисто самая густо кратерированная поверхность. Все эти четыре спутника Юпитера хорошо видны в бинокль и любой, даже слабый, любительский телескоп. При наблюдении в телескоп они выглядят примерно так. Сатурн. Шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Названный в честь римского бога земледелия, Сатурн состоит из водорода, гелия, следов воды, а также метана, аммиака и тяжелых элементов. До изобретения современных телескопов Сатурн считался самой отдаленной планетой в Солнечной системе. Сейчас выяснили, что несмотря на огромные размеры планеты, ее плотность самая маленькая, меньше, чем у остальных планет. Более того, средняя плотность Сатурна меньше плотности воды. Система колец у Сатурна больше и заметнее, чем у других планет газовых гигантов. Состав колец – это в основном ледяные кристаллы воды и скальные породы. Размеры их могут варьироваться от частиц пыли до размеров горы. Вокруг планеты обращаются 62 известных на данный момент спутника. Самый крупный из них – Титан. Невооруженным глазом Сатурн виден как небольшая желтоватая точка. Так Сатурн выглядит для простого наблюдателя. А так для вооруженного телескопом. Титан. Самый большой спутник Сатурна и второй в Солнечной системе после спутника Юпитера Ганимеда. Также он единственный из спутников планет, на котором есть плотная атмосфера и жидкость на поверхности. Озера и моря на Титане состоят в основном из жидкого метана. Тем не менее, этот факт не исключает возможности нахождения примитивных форм жизни на спутнике. Кроме того, наличие климата на Титане и смены времен года лишь подтверждает такую возможность. Ветер и дождь, как и многие другие факторы на спутнике, делают его кандидатом номер один на вероятность нахождения внеземной жизни. Современный телескоп средней мощности Титан выглядит примерно так. Уран. Уран – седьмая планета от Солнца и третий газовый гигант Солнечной системы. Он – единственная планета, открытая при помощи телескопа в 1781 году. Открытие сделал английский астроном Уильям Гершель, а название Уран получил в честь греческого бога неба. Уран имеет 27 спутников и систему колец, как и Сатурн. Но самое примечательное в планете – это то, что вращение ее происходит в лежачем положении. Дело в том, что ось Урана находится под наклоном к орбите более чем на 90 градусов. Такое положение планеты может быть следствием
ее столкновение с громадным астероидом в далеком-далеком прошлом. С 1995 по 2006 год видимая звездная величина Урана колебалась между 5,6 и 5,9, то есть планета была видна невооруженным глазом. Сейчас же звездная величина составляет примерно 6,1. Поэтому для наблюдений нужен как минимум бинокль. В мощный телескоп можно будет рассмотреть даже крупные спутники Урана, Титанию и Оберон. Вот как выглядит Уран в хороший мощный телескоп. Нептун. Нептун. Восьмая и самая дальняя планета от Солнца. Среди всех газовых гигантов она не только самая маленькая, но и самая плотная планета. Свое же название она получила в честь римского бога морей. Нептун – единственная планета, которая была открыта не посредством наблюдений, а при помощи математических расчетов. Всего один оборот вокруг Солнца планета успела совершить с момента своего открытия. У Нептуна 14 спутников и небольшая фрагментированная кольцевая система. Самый крупный спутник Нептуна – Тритон, седьмой по размерам в Солнечной системе. Осевой наклон Нептуна схож с наклоном оси Земли и Марса, в результате чего планета испытывает схожие сезонные изменения. Однако, из-за длинного орбитального периода Нептуна, каждый сезон, к примеру, зима или осень, в 10 раз длиннее земного. Кроме того, Нептун владеет интересной системой колец. На данный момент обнаружено 5 колец, 2 ярких и узких, и 3 более слабых. К сожалению, Нептун не виден невооруженным глазом, так как его звездная величина варьируется от 7 до 8. Но в достаточно мощный телескоп его можно наблюдать примерно таким. Пространство за Нептуном, также называемое поясом Койпера, или, как его еще называют, регион транснептуновых объектов, все еще плохо исследовано. Предположительно, оно содержит только малые тела, состоящие главным образом из камней и льда. Пояс Койпера является большим поясом осколков, подобным поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Но он состоит в основном из льда. Также в этой области находится множество как открытых, так и еще никому неизвестных малых тел. Со временем некоторые малые тела, например, такие транснептуновые объекты, как Вавар, Варуна и Орк, могут быть переквалифицированы в карликовые планеты. Многие объекты пояса обладают собственными спутниками. В частности, у Квавара есть спутник Вейвод, а у Орка Вант. Также у большинства объектов орбиты располагаются далеко за пределами плоскости эклиптики.
Плутон. Это самый большой объект в поясе Койпера и вторая карликовая планета в Солнечной системе. Свое название он получил в честь одного из имен бога подземного царства древнегреческой мифологии. Открытый в 1930 году астрономом Клайдом Томбо, Плутон был классифицирован как девятая планета Солнечной системы. Но открытие подобных по размеру объектов в поясе Койпера заставило Международный астрономический союз перевести его в разряд карликовых планет. Подобно Урану, Плутон лежит на боку, что способствует достаточно резким сезонным перепадам. На данный момент у Плутона известно 5 спутников. Видимая звездная величина Плутона 13,65. Так что для наблюдений за ним нужен мощный телескоп. Хаумеа. Хаумеа – четвертая по величине карликовая планета Солнечной системы. Классифицируется она как плутоид или транснептуновый объект. Хаумеа – самое быстро вращающееся тело из всех изученных объектов Солнечной системы и обладает сильно вытянутой формой. У нее обнаружено 2 спутника. Назвали Хаумеа в честь гавайской богини плодородия и деторождения. Маки-Маки. Вторая по удаленности карликовая планета от Солнца. Она также третья по размеру и совсем немного меньше, чем Плутон. Поверхность Маки-Маки покрыта большим количеством метанового льда, который и придает ей красноватый цвет. Маки-Маки названа в честь создателя человечества и бога изобилия в мифологии рапануйцев, коренных жителей острова Пасхи. Кроме того, у Маки-Маки не обнаружено пока ни одного собственного спутника. Эрида. Эрида – самая далекая карликовая планета от Солнца и самая большая по массе и размеру среди всех карликовых планет. Эрида названа в честь греческой богини раздора. У Эриды очень вытянутая и эксцентричная орбита, поэтому она отдаляется от Солнца в 3 раза дальше, чем Плутон. А не так давно у Эриды был найден спутник, названный Дисномией, в честь богини беззакония в Древней Греции. Непосредственно наблюдать планету в любительский телескоп невозможно, хотя при определенных условиях ее можно заснять через хороший мощный телескоп. Вот мы и подошли к отдаленной области Солнечной системы, последней прослойке перед межзвездным пространством. Но где же именно заканчивается Солнечная система и начинается межзвездное пространство? Никто этого точно не знает. Есть лишь 2 фактора определения приблизительных ее границ. Это солнечный ветер и солнечное тяготение. Внешняя граница солнечного ветра называется гелиопаузой. Она находится примерно в 4 раза дальше Плутона и считается началом
межзвездной среды. Невзирая на это, предполагают, что область, в которой преобладает солнечная гравитация, простирается в 1000 раз дальше. Где-то в отдаленной области Солнечной системы находится облако Оорта. Гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет. На данный момент никаких существенных доказательств его существования нет, но некоторые косвенные факты указывают на его присутствие. Если же оно есть, а мы с вами допустим его существование, то оно располагается приблизительно на расстоянии одного светового года от Солнца. Само облако Оорта, как полагают, включает в себя две отдельные области – сферическое внешнее облако Оорта и внутреннее облако Оорта в форме диска. Хотя прямых наблюдений облака еще не было, астрономы считают, что оно является источником всех долгопериодических комет и комет Галеевского типа, прилетающих в Солнечную систему. На данный момент объектами облака Оорта можно предположительно считать Седну, объект 2000 CR-105, объект 2006 SQ-372 и объект 2008 KV-42. Последним трем объектам даже еще не дали конкретные названия, и о них почти совсем ничего не известно. А вот Седна получила свое имя в честь эскимосской богини морских зверей. Официально она не имеет статус карликовой планеты, тем не менее некоторые ученые ее таковой считают. По одной из версий, Седна – это транснептуновый объект и образовалась из пояса Койпера. Но из-за того, что она никогда достаточно близко не приближалась к Нептуну, такая классификация может быть ошибочна. По другой же версии, Седна – это первый из открытых представителей внутренней области Оорта. В любом случае, открытие этого объекта очень важно, так как может дать ценную информацию о происхождении и ранних стадиях эволюции Солнечной системы. В завершении хочется отметить, что наша Солнечная система уникальна и неповторима. Своим строением она отличается от 99% всех открытых звездных систем в нашей галактике. Во всех других звездных системах крупные планеты расположены рядом со звездой, а планеты земного типа располагаются за газовыми гигантами. Также в других звездных системах орбиты всех планет очень вытянуты и эксцентричны. В нашей же они больше приближены к круговым. Что это? Случайное стечение обстоятельств? Или чей-то хорошо продуманный план? Ответить на эти вопросы современная астрономия пока не может. Но, быть может, со временем, когда-нибудь мы узнаем правду. Итак, друзья, вот и подошел к концу обзор Солнечной системы. В первом и втором выпуске мы рассмотрели с вами в подробностях внутреннюю, внешнюю и отдаленную ее области. В следующих выпусках мы остановимся на каждом небесном теле более подробно. Также в отдельных выпусках мы поговорим о кометах, астероидах и метеоритах. Ну и, конечно же, не пройдем мимо созвездий Южного и Северного полушария. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, добавить видео в избранное или же поделиться им со своими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за выходом новых передач. Также по возможности смотрите мои передачи на страницах YouTube. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, где я буду периодически выкладывать все новости о предстоящих астрономических событиях и кое-что из своей жизни. Ссылку на группу вы найдете либо в конце видео, либо под самим видео. Заходите ко мне в блог и читайте новости. Все полезные ссылки и ссылки на приложения
который вы можете скачать или запустить в режиме онлайн, находится под видео. Так же, как и все мои адреса в соцсетях. По этим адресам вы можете смело задавать мне свои вопросы, на которые я обязательно отвечу. Всех благ вам, дорогие мои! С вами был Артём, чистого и мирного вам неба, и пусть звезды вам благоволят!